Меня зовут Курочкин Андрей Николаевич. Я заместитель председателя, член правления Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». В организации работаю с 2008 года. С 2014 года на руководящих должностях. Сфера моей деятельности – это защита прав призывников. Мы занимаемся содействием в проведении обследований, обжалования незаконных решений призывных комиссий и всесторонней защиты призывников и доведением до ума. То есть помогаем призывнику получить военный билет на законных основаниях и не уйти больному в армию. Комитет солдатских матерей России уже более 30 лет стоит на защите прав призывников и военнослужащих. Если у вас какие-то возникли проблемы с военкоматом, возникли проблемы в армии, вы не знаете, как выйти из этой ситуации, обращайтесь, здесь вам обязательно помогут.